15 лет дружный женский коллектив отдела записи актов гражданского состояния Брестского горисполкома, расположенный в здании администрации Московского района, возглавляет Татьяна Семенюк. Ежедневно здесь фиксируют самые важные этапы в жизни горожан от рождения до смерти. При этом каждый из сотрудников не только хороший юрист, но и настоящий психолог. Работник ЗАГСа – это не только юрист. Он и психолог, он и артист, он и педагог. В работнике этом сочетается несколько профессий, можно так сказать, потому что люди приходят с разными вопросами. Кто-то с радостью, кто-то с горечью. И мы должны каждого принять, каждому человеку уделить внимание, каждому выразить сочувствие, за кого-то порадоваться, кому-то пожелать крепкого здоровья и поддержки со стороны близких и родных. Поэтому в работнике ЗАГСа сочетается все. Поэтому к работе сотрудники ЗАГСа подходят творчески. В честь юбилея здесь по-особенному поздравляют каждого сотого новорожденного. Брестчанин Андрей Шевчук пришел регистрировать своего третьего ребенка. Его сын Даниил получил не только свидетельство о рождении за номером 1400, но и памятные подарки, что стало для молодого папы приятной неожиданностью. Работникам в органах ЗАГС хотелось бы пожелать больше терпение, трудолюбие к новоприходящим людям, которые сюда приходят, чтобы они их выслушивали и понимали, качественно выполняли свою работу. А работы у сотрудников ЗАГСа хватает. Сегодня здесь зарегистрировано 619 браков и 1400 новорожденных. Выдано 38 свидетельств об усыновлении и порядка 300 записей об установлении отцовства. Идет постоянная работа по переводу бумажного архива, который хранится здесь с 1978 года, в электронную версию. Кстати, архивная работа занимает большую часть ежедневного труда. У нас нет более просторного помещения, еще, к сожалению, пока. Мы мечтаем об этом и думаем, что нам, конечно же, в ближайшее время, может быть, тоже расширят наши площади, чтобы помещался наш архив. Встречать праздники на рабочем месте для сотрудников ЗАГС не в новинку. Поэтому трудовой день завершился торжественным мероприятием, где звучали теплые слова, поздравления, вручались почетные грамоты и цветы в честь юбилея. 100 лет много, это немало, это могут по-разному судить, но ЗАГС стал частичкой жизни нашей. За эти 100 лет, наверное, нет такой семьи, которая бы не прошла через ЗАГС. Для каждого из сидящих в зале работа в органах записи актов гражданского состояния – часть жизни. Примечательный факт – в этой структуре самая низкая текучесть кадров в области. Однажды придя работать в ЗАГС, люди трудятся здесь десятилетиями, не теряя самых важных человеческих качеств. Надо понимать людей, чтобы была доброта у этого человека, да? Творчески должен быть человек. А чего вы туда людей отправили? Юридически подкованный. А мы не туда пойдем? Еще. Ну как вам еще сказать? Ну вообще должен быть добрый по натуре. Быть всегда, чтобы терпение было бы, уважение к людям, доброта. Никогда не показывать виду, что ты там нет настроения. Или что самое главное, чтобы было бы настроение, здоровье. Став нотариусом человеческой жизни, работник ЗАГСа берет на себя главную ответственность – быть рядом с людьми и работать для людей. И в горе, и в радости. Ирина Альшова, Денис Величкевич, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.